Известное философское утверждение математика Рене Декарта «Я мыслю, следовательно, существую» принято интерпретировать как непреложную истину. Однако новые теории, предложенные современными учеными, заставляют усомниться в этом аргументе, по крайней мере, в его последней части, поскольку воспринимаемый нами мир не имеет ничего общего с реальностью и не может являться критерием бытия. На самом деле мы не можем воспринимать мир объективно, так как наш мозг создает слишком много фильтров. Фактически наш разум формирует собственную реальность. Именно в этом, по мнению Дональда Хоффмана, профессора когнитивистики Калифорнийского университета, и состоит главная функция человеческого разума – создавать иллюзию в нашей голове. Это свойство заложено эволюцией и повышает наши шансы на выживание. В 2015 году Хоффман предложил модель под названием «Интерфейсная теория восприятия», согласно которой наше сознание настроено воспринимать действительность не объективно, а как нечто аналогичное интерфейсу системы Windows для персонального компьютера. Дело в том, что продукт эволюции заставляет наш организм быть адаптированным под такую реальность, которая способствует только выживаемости и продолжению рода. При этом обработка мозгом информации должна затрачивать минимальное количество ресурсов и не обязательно соответствовать действительной энергоемкой реальности. То есть мозг является тем эффективным устройством, которое позволяет нам оставаться неосведомленными о настоящей структуре реальности. Он создает упрощенный интерфейс, служащий для руководства полезными действиями, по принципу иконок на рабочем столе, которыми являются физические объекты. Используя метафору, Хоффман объясняет, что таким образом мозг избавляет нас от необходимости вникать в ненужные детали, в количество диодов, резисторов и мегабайтов программного обеспечения, и, по сути, прячет от нас реальность, зато помогает приспосабливаться и выживать. Поэтому Хоффман сравнивает наше адаптивное восприятие мира с интерфейсом операционной системы Windows. В теории интерфейсного восприятия он также ставит смелый вопрос: какова связь между нашим мозгом, создающим субъективную реальность, и сознательным опытом? Человеческий мозг – чрезвычайно сложный орган, и даже когда вы просто окидываете взглядом привычную локацию, он одновременно включает в работу миллиарды нейронов и триллионы синапсов. При анализе визуальной информации мозг отфильтровывает ненужные данные. Так же, как, например, он отключает запах ваших духов, чтобы не перегружать нервную систему, и звук вашего собственного сердцебиения, предпочитая не анализировать все подряд. К тому же мозг работает действительно как эффективное устройство. Он не строит целый мир сразу, а воспроизводит только то, что нужно в данный момент. Этот процесс происходит настолько быстро, что никакого построения реальности мы не замечаем. Разумеется, в это сложно поверить, тем более все мы знаем, что наше зрение работает по принципу фотоаппарата. Так почему мы не получаем картину фактической реальности? В наших глазах есть биологическая линза – хрусталик, который проецирует изображение на заднюю стенку глазного яблока, где расположено около 130 миллионов фоторецепторов. По сути, наш глаз представляет собой очень скромную камеру с разрешением примерно 1,3 мегапикселя. Но для вывода финального изображения наш мозг использует мощнейший процессор. В процессе работы миллиардов нервных клеток и триллионов нервных связей определяются сначала элементарные геометрические формы, затем сложные шаблоны – лица людей, архитектура зданий, цвета объектов и движения. При этом мозг совершенствует визуализацию и основательно редактирует изображение. Он убирает на нем тени от сосудов, питающих сетчатку глаза, ретуширует два темно-серых пятна, наложенных на картинку из-за слепых зон сетчатки, нечувствительных к свету, и стирает ваш собственный нос, который на самом деле всегда присутствует в кадре. Кроме этого, он переворачивает изображение на 180 градусов, а главное, он объединяет две плоские картинки с каждого глаза и строит 3D-изображение. Вы можете сравнить изображение на экране с тем, которое персонально рисует ваш мозг. Примерно вот так вы видели бы мир без редактирования картинки вашим мозгом. Таким образом, основная идея Дональда Хоффмана в интерфейсной теории восприятия состоит в том, что наше сознание искусственно дезориентировано на реальность. Хоффман предлагает математическую теорию сознания природы реальности, описывая ее как сознательный реализм. Главным предположением Хоффмана является то, что пространство, как мы его воспринимаем, это не объективное трехмерное пространство, существующее независимо от нас, а только структура цифровых данных.
Еще дальше в вопросе осознания реальности пошел другой ученый. Американский физик Карло Равелли, один из основоположников теории петлевой квантовой гравитации, базирующейся на концепции дискретного пространства-времени. Равелли является автором одной из интерпретаций квантовой механики – реляционной квантовой механики. Если говорить максимально просто, суть этой интерпретации в том, что физические объекты существуют не сами по себе, а лишь относительно других объектов и систем. Другими словами, физический смысл имеет не сами по себе квантовые объекты, например, фотон или электрон, а их свойства, которые они проявляют при взаимодействии с другими объектами. Реляционный подход позволил Равелли рассуждать об одной из главных проблем квантовой механики – почему наблюдатель в квантовом эксперименте определяет результат события. Согласно реляционному подходу, квантовая система обладает свойствами только по отношению к другой системе, взаимодействуя с ней и обмениваясь информацией. Наблюдатель также является физической системой, поэтому он определяет исход события. Развивая эту идею, физик утверждает, что и предметы, окружающие нас, также существуют только благодаря взаимодействиям. С этой точки зрения наш мир представляет собой сложную паутину взаимосвязей, но сами объекты не имеют собственного индивидуального существования, независимо от других объектов. Таким образом, реальность следует воспринимать не как согласованность атомов, а скорее как бесконечную игру квантовых зеркал. Физическое пространство – это ткань, возникающая из безостановочной паутины взаимодействий и взаимной информации физических систем друг о друге. И что еще более драматично, в основе этой паутины вполне может не быть независимой метафизической субстанции. По словам Равелли, реальность не то, чем она кажется. Включая нас самих, реальность есть не что иное, как тонкое покрывало, за которым ничего нет. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Вы можете поддержать наш проект и пожертвовать любую сумму, нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из видео нашего канала. Все ссылки можно найти в описании под видео. Приглашаем вас в нашу группу ВКонтакте и в Инстаграм.